Приветствую всех вас на своем сайте, друзья. Рекомендую досмотреть данный ролик до конца, если вас интересует, как можно построить в интернете доход и при этом получать его пассивно. Если же вам это не интересно и с доходами у вас все в порядке, тогда можете смело пропустить мой ролик и просто выйти с сайта. Тем, кому интересно, я в течение всего этого ролика покажу и расскажу, каким именно образом можно получать из сети интернет доход. При этом, при всем, без каких-либо вложений и без каких-либо особых знаний. Для начала, собственно, для тех, кто меня еще не знает, меня зовут Валерия Мальцева. И в интернет-бизнесе я уже более 5 лет. В какой-то момент я начала получать довольно-таки неплохие результаты, что спровоцировало ко мне целый шквал запросов. Даже вот если мы сейчас обратим внимание, вы можете увидеть, что неотвеченных у меня 1047 сообщений. Отвечать на все сообщения, которые мне присылают, я просто иногда физически не могу, потому что у меня на это не хватает времени. Иногда отвечаю, иногда не отвечаю. Большая часть сообщений посвящена тому, что людям интересно, каким образом я получаю доход, и, соответственно, просят их точно так же всему этому обучить. Так вот, для того, чтобы закрыть такое количество обращений, не переписываясь уже персонально с каждым, я решила создать свой обучающий проект. И чтобы не ходить вокруг да около, я вам предлагаю сразу же перейти к делу, посмотреть, как все это работает и, соответственно, какой это приносит нам результат. У нас есть вот такой сервис. Если не вдаваться в сложные подробности и характеристики, этот сервис занимается тем, что генерирует целевой трафик в Instagram, и при этом, при всем, трафик нам этот достается бесплатно. То есть мы можем получать горячих клиентов и потенциальных покупателей по тому или иному типу товара или же партнерскому предложению абсолютно бесплатно. То есть фактически начать зарабатывать по моему методу вы можете уже без каких-либо вложений. Что именно это за сервис, как он работает, какие настройки нужно делать для того, чтобы получить тот или иной трафик, вы более детально узнаете уже в моем обучении. Сейчас же я вам предлагаю запустить получение трафика. Делается это все просто. Мы запускаем первую задачу, подтверждаем запуск этой задачи. Да. Запускаем вторую задачу, все равно запустить. И запускаем третью задачу, все равно запустить. Соответственно, три задачи у нас запущены. На этом наша работа с данным сервисом полностью выполнена. То есть процесс генерации трафика запущен. И сейчас он направляется на одно из наших партнерских предложений, к которому я подключалась для того, чтобы показать вам результаты. Я использовала вот такую CPA-партнерку Alphalead. Вы можете использовать любую CPA-сеть, например, QMA, JustClick. Вообще не важно, какое предложение вы будете продвигать. Либо же вы сможете продвигать с помощью моего способа свой товар, если он у вас есть, либо свою какую-то услугу. Здесь нет абсолютно никаких ограничений, но в самом обучении я вам покажу, на какие предложения партнерские вам стоит обратить внимание, если же у вас нет своего товара. Вы на него можете направлять бесплатный трафик, с помощью него, собственно, и зарабатывать. Как мы с вами видим, баланс у меня нулевой. Здесь вообще все у нас по нулям, то есть хостов у нас 0 переходов, конверсии также 0, все по нулям. И теперь для того, чтобы оценить, какие результаты мы получим за счет того, что из данного сервиса мы направляем трафик на предложение в партнерской сети, нам с вами необходимо дождаться, пока все три задачи уже у нас будут выполнены до конца. На это уйдет ни много ни мало, порядка 12 часов. Поэтому сейчас я остановлю запись видео, и после того, как весь трафик будет обработан, мы с вами посмотрим, какой именно нам принесет это практический доход. Итак, сейчас мы посмотрим, что на часах у нас без 10:11, 2 мая. Засекаем время и ждем результатов. Друзья мои, как мы видим, на часах у нас 11 вечера, прошло 12 уже часов с момента, как мы с вами запустили генерацию трафика. Соответственно, задачи все в сервисе у нас выполнены успешно, то есть генерация трафика прошла у нас успешно. И теперь мы можем отследить результаты нашей деятельности. Для этого нужно вернуться обратно в Alphalead, перезагрузим страничку,
перезагрузить. И вот уже мы можем видеть результаты за последние 12 часов. Получили мы 407 хостов или переходов, как вам удобно, одна конверсия, то есть произошла одна продажа, и получили отчисление в размере 5970 рублей. То есть фактически наш доход составил практически 6000 без каких-либо вложений, поскольку трафик, который мы сюда нагнали, является абсолютно бесплатным. Самое главное, что для получения дохода вам в дальнейшем, если вы будете работать по данной методике, не нужно целый день тратить на работу и выполнять какой-то сложный набор действий. Буквально за считанные 10-15 минут один раз в день вы запускаете задачи, начинается у вас генерироваться трафик, далее все происходит автоматически. Не продавать, никаких дальнейших действий вам совершать не нужно. А теперь, дабы вы убедились, что это не какой-то разовый случайный заработок, а стабильная система, которая стабильно приносит доход изо дня в день, я предлагаю сделать следующее. Сейчас я остановлю данную запись. Мы можем сейчас посмотреть, что у нас 2 мая, 11 часов вечера. И поступим мы следующим образом. То есть ровно через 7 дней я вновь запишу видео и покажу вам результаты. То есть 9 мая, несмотря на то, что будет праздник, я найду 5-10 минут, чтобы показать вам наглядно, уже какой доход будет получаться за неделю работы по данной методике. Друзья, совершенно незаметно пролетела неделя, уже 9 мая, и прежде чем мы поговорим о результатах за 7 дней, я хочу поздравить всех наших соотечественников с Днем Великой Победы и пожелать вам и вашим семьям мирного неба над головой. Теперь мы вернемся уже на наш сайт Альфа-Лиц. Мы можем увидеть, что за неделю у меня баланс 59587 рублей. Теперь мы перезагрузим нашу страницу. То есть путем несложной арифметики можно посчитать, что ежедневный заработок у нас в среднем получился чуть больше 8000 рублей. Теперь, соответственно, вам, наверное, интересно узнать, как эти деньги мы можем отсюда вывести. Вывод средств автоматический и осуществляется один раз в неделю, в среду, четверг или пятницу. У нас вывод настроен на Kiwi кошелек. Также вы можете получить ваши деньги как на Kiwi, на Яндекс.Кошелек, на WebMoney, любую банковскую карту или же на платежные системы ePayments и Капиталист. Собственно, всеми популярными методами, которые у нас существуют для вывода этих денег. Вам не нужно будет платить никаких комиссий, еще что-то осуществлять. То есть это реальный заработок, который вам возьмут и перечислят на автомате без каких-либо дополнительных действий. Вам единственное нужно указать в настройках ваш кошелек и все. Далее данный сайт автоматически вам отчисляет это все. Соответственно, чтобы убедиться, что данный платеж без проблем переходит, сейчас я остановлю запись и продолжу уже, когда эти деньги придут на мой Kiwi кошелек. Сейчас на нем 100 тысяч, ровно 46 копеек. И я продолжу запись уже, когда деньги поступят на кошелек. Деньги пришлось подождать еще один день. Сегодня уже 10 мая, сейчас половина четвертого дня. На несколько минут назад мне пришло уведомление о зачислении средств на мой Kiwi кошелек. Соответственно, сейчас у меня уже баланс составляет 159587 рублей 46 копеек. То есть вот эти платежи пришли не в несколько переводов. Три перевода пришло по 15 тысяч рублей и один перевод на 14 587 рублей. То есть все деньги на автомате, как я и говорила, сервис Альфа-Лиц нам без проблем выплатил. И зарабатывать с помощью моего метода на нем сможет абсолютно любой желающий. Конечно, на начальном этапе, пока вы не набьете руку, заработок у вас, вероятнее, может быть немного меньше. Но тестирование на группе абсолютных новичков показало, что минимальный доход, на который вы сможете рассчитывать, составляет 4800 рублей в день. Это минимальный показатель доходности участника нашей тестовой группы. В нее мы набирали 10 человек и, соответственно, тестирование проводили целый месяц. Так вот, люди, которые начинали обучаться, зарабатывали уже с первого дня. И минимальный доход при работе по моей методике составлял 4800 рублей, как я уже и говорила. Более подробно результаты тестирования вы можете посмотреть ниже на данном сайте. К слову,
в состав тестовой группы входили обыкновенные люди, которые не обладали какими-то особыми знаниями и прежде в интернете, в принципе-то, и не зарабатывали. Поэтому я просто уверена, что у вас непременно выйдет разобраться с моим методом и получать с его помощью неплохой доход ежедневно, при этом практически в пассивном режиме. Начать вы сможете уже прямо сегодня, то есть вам нужно внимательно изучить уже мой сайт. Чуть ниже вы сможете получить доступ к обучению. Также ниже вы найдете уже и мои контакты. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы ко мне, вы всегда можете со мной связаться. На этом же я с вами прощаюсь. Надеюсь, что у вас в ближайшее время получится присоединиться к моему проекту и, наконец, обрести финансовую независимость. Рада буду вас всех видеть на своем обучении.